Моего прадедушку звали Сафонов Григорий Федорович. Он родился в 1923 году в городе Мезень. Ушел в армию в 1942 году. Учился в танковом училище в Вологодской области по специальности радист. Затем его отправили в Пятигорск учиться на танк Т-34. Потом отправили на фронт Ясо-Кишиневская группировка в Румынии, потом в Бухарест. Дважды горел в танке. Один раз контузило в голову осколком от брони. Мой дедушка проявил мужество и отвагу. 24 августа 1944 года, преследуя медленно отходящего противника, их экипаж уничтожил две противотанковых пушки, два «Дзота», пять автомашин с военными грузами. Истребили до 40 солдат и офицеров противника. Огнем из лобового пулемета мой дедушка лично уничтожил 25 гитлеровцев и меткой очередью зажег автомашину с боеприпасами. С войны вернулся в звании сержант. Мой прадедушка умер еще задолго до моего рождения, в 1992 году, о чем я очень сожалею, мне бы очень хотелось с ним познакомиться. Я горжусь своим прадедушкой и буду всегда помнить о нем. Победа для меня – это большой праздник. В этот день мы вспоминаем павших воинов, которые сражались за нашу Родину. Спасибо им!